Сила, мощь и красота. Атлетизм в Древней Греции, по-современному бодибилдинг. Все еще в моде. Занимается им и для здоровья, и для побед. Через несколько дней на краевой чемпионат в Барнаул приедет сотня культуристов. Одна из самых массовых номинаций – Men's Physique, где упор на эстетику тела. Тренировки направлены как на выносливость, так и на желудок. Самое основное – это, конечно, диета. То есть 80% результата – это у нас питание. Это такая номинация, в которой, точнее, как вообще должен выглядеть парень на пляже. То есть это поэтому пляжный бодибилдинг. Идеальное тело к лету, да? Да. А всего 19 номинаций – позирование, фит-пары, среди них и две новые, обе женские. Это wellness с упором на большие накачанные ноги, вторая – artistic fitness. Танцевальная, хореографическая, очень красивая программа с красивым образом, с костюмом. То есть один из раундов, первый раунд, это как раз произвольная программа, в которой девушка выходит в красивом костюме. Она создает какой-то образ, очень часто это воительница. Подготовка к стартам идет несколько месяцев. Питание, тренировки, замеры и взвешивание. Сейчас одни атлеты сбавляют темп, другие дожимают до максимума. Жюри смотрит на все. Главные соперники для Алтайского края – атлеты из Красноярска и Новосибирска. 13 марта узнаем, кто ярче играет мышцами. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.